Приближается тьма, быстрее в путь, странник. Что? Кружка эля для уставшего странника из далекого Кархагена? Я хорошо заплачу, я благородной крови. Я не оставлю у себя ни единого человека. Ночью происходит такое, что праведники переворачиваются в своих гробах. Итак, я ушел, с холодом в сердце и душе. Передо мной была дорога и долгая горькая ночь. Это он! Hey, Victus! Убейте его! Быстро! Я работал за новое существование в сырой комнате тьмы. Заклятие убежище позволяет мне очутиться в моем склепе, где земля моей могилы дает мне силу. Я пользуюсь этим, когда ослаблен. Сердце тьмы, которое, как говорят, было вырвано из груди величайшего вампира Януса Одрина, восстанавливает жизненные силы вампира. Жизнь священна, понял Янус, когда его кровоточащее сердце было вырвано из ослабевшего тела. Этот древний сосуд содержит воистину темный дар, ибо с ним растет моя жизненная сила. Эти древние знаки силы содержат чистую магическую энергию, что дает мне возможность вызывать больше энергии для колдовства. В стенах этой комнаты я мог найти покой. Я мог продолжить свое путешествие, когда сам того пожелаю.
Когда начинается дождь, вампиру лучше укрыться от его ядовитых капель. Любопытные приборы содержат струи сжатой энергии, которые отделяют плоть моих врагов от их костей. Убежище. Железный меч. Железный доспех. Железный доспех. Сердце тьмы.
Сердце тьмы, которое, как говорят, было вырвано из груди величайшего вампира Януса Одрина, восстанавливает жизненные силы вампира. Жизнь священна, понял Янус, когда его кровоточащее сердце было вырвано из ослабевшего тела. Сердце тьмы. Голод и слабость не смогут удержать меня от мести. Я найду своих убийц и отправлю их туда, откуда я пришел. Что это за фокусы? Борис, я думал, мы убили тебя. Мы уже положили тебя на лопатки один раз и сделаем это снова. Эти жуткие лица всегда будут жить в моей памяти. Смерть для меня не имела значения в тот момент. У меня в голове была только одна мысль. Я убью. Какое облегчение наступает, когда месть совершена. Теперь, когда мои убийцы мертвы, моя миссия завершена. Это еще не все, Каин. Эти дураки лишь орудие убийства, совершенного тобой, а не его цель. Посмотри на господина, посмотри на колонны и получи вознаграждение в виде крепости мысли. Мир изменился у меня на глазах. Я не ожидал такой жестокости от свет. Именно здесь совершилась кровавая.
Некромант не предупредил меня о том, что повлечет за собой мое возрождение, и в спешке я об этом не подумал. Я не знал, был ли его подарок проклятием. Я буду искать ответ в столпах. Когда дневной свет прогоняет тьму, сила вампира исчезает. Колонны Носгота. Колонны Носгота.
Напрапто, ослепленный местью, хотел уничтожить весь Носгот. Каждый член круга был связан с колонной, которой он служил. Колонны отображали ментальное состояние своих слуг. А когда все члены круга стали терять разум и все больше погружаться в безумие, колонны начали разрушаться. Для их восстановления каждый член круга должен был умереть. А артефакт, который связывал их с колонной, должен быть возвращен. «Только после того, как будут восстановлены все колонны, — сказала Ариэль, — будет снято мое проклятие. И вот моя охота за Напраптором началась». Колонна энергии. Колонна времени. Колонна мысли. Колонна природы. Колонна смерти. Эти маяки служат метками, когда я совершаю полет в образе летучей мыши. И если я запомнил, где они расположены, я всегда могу вернуться на это место. В образе летучей мыши я с легкостью могу преодолевать большие расстояния. Теперь я могу оказаться в любом месте Носгота. Естественный свет и вправду может ослабить вампира. Магический свет может оказаться очень полезен. Please, help me, kind sir!
Кайса! Help me, Кайса! Сердце тьмы. Попробуй поймай!
Thank you.
Ах!